кто такой Рамзан Кадыров? Раб Всевышнего и слуга народа. Автолипич, махаббат. Я хозяин. Я за рулем. Китаван ват, светим дон. Рамзан, китаван ват. Дарик комиссии по обращению Юнусбека Евкурова. Давай создадим комиссию и решим, в конце концов, вопрос. На себя возьмем этот удар и, ну, закроем эту проблему, чтобы никогда нас не разделяли, нас не использовали. Туристичка, я голодный человек. На территории сою али. Сейчас так боржаве, из халаву али, да, да, вот там. Некоторые не всегда выйди, в общем. Но мы же не Америка, свобода слова, демократия, для нас важнее всего. У них на устах это, а на деле салам алейкум. Хор Инстаграм хер идон, любой Фейсбук хер и мертву хор и не дона. Це хор я один дождь, вот а я здесь слышу дона. Сюда тун, коно шейн, 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 грубо, маби. Я готов и быть и в Сирии, и в Ираке, не имеет значения. Если я в этих санкциях не буду, то я считаю, что это неправильно. Незаконно, да, санкции, ого, это что? Санкции, цель, это хочу, моя дочь. Твердон, соцсетон, сайт, заблокируйте, не все. Так, Мосудон, Гоуст, а я хочу говорить. Все Гоуст, я говорю, ищи, это Дон. Полный беспредел, Дон. Абсолютно мы не нарушаем права людей. У нас самый законопослушный народ. И мы не нарушаем законы, правила жизни. Палец, они имеют значение. Закон, незакон. Безопасность. И касается вопрос безопасности, расстрелять, когда он. Салам алейкум. А проблема, как это? И он закон, как это?